Здесь у меня посажен орех пекан. Не помню, снимал я, как садил. Но сейчас ковырнул. Пару гнилых нашел, пару сломал. Уже начали проклевываться. Ну, еще дней 10, и будет известен результат. Ну, вот напоил. Единственный раз отпалил, потому что нужна влажная почва и прогрев за счет стекла. А первую как бы энергию он берет за счет ядра. Ну, лишь бы чуть-чуть там было так влажновато. Ну, сейчас полил. После того, как вот пролил, ну, часа три вот я открыл, как бы проветрил, чтобы немножко походил там воздух туда-сюда. Вот. И опять накрываю стеклом. Начал присматриваться. И вот вашему вниманию. Это лично мой первый сход канадского сорта пекана. Вот это росточек, видите? Одного я так жалко сломал. Ну, корневая у него, конечно. Вот этого росточка корневая уже там где-то 20 сантиметров. Я удивился, как вот оно прет, пускает туда в глубину. Все, берем, аккуратно накрываем. То есть, вот этот способ меня даже... Значит, я... Как бы убедился, что это эффективно. Никакой, кстати, стратификации, ничего. Ну, прислали эти семечки, ну, неважно каким способом, орешки. И вот я их вот так вот намочил трое суток, высадил вот под стекло. Где-то месяц и пошли. Ну, видите, первый контрольный сход. Ну вот, поздравьте меня. Это... Первый у меня опыт, я считаю, удачный. Вот взошли пеканы, канадские пеканы. Ну, орехи, пекан. Вот видите, где-то только он вылазит, где-то только-только. Я надеюсь, что еще может. Ну, тут их было больше, чем полсотни. Вот уже какие. Вот уже листочки настоящие выбрасывают. Где-то только вылазит. Ну, не исключено, что если еще десяток какой выскочит. Ну, даже вот эти 16, которые вот зашли, уже как бы, уже у меня есть опыт, как что с ними делать для того, что, ну, как бы, чтобы получить всходы. Вот. Пекан. Такой оригинальный орех. Кто не знает, читайте в интернете о нем. Так, а что же наши пеканы? Растут потихоньку и дальше продолжают вылазить. Вот, видите, еще лезет. И еще малюсенький лезет вот там вот. Где-то. Вылазят потиху. Вылазят, вылазят. Вот они. Ну что получится теперь? О. Я понял, что всхожесть они, если они куплены качественные, нормальная всхожесть. Как их прорастить, тоже уже понятно. Надо все-таки более редко раскладывать, потому что первые сейчас начнут делать тень, и те будут отставать. Перепикировку сейчас смысла никакого нету, только навреди. Что ли? То есть только таким способом уже как вырастет, так вырастет. Ну, явно, что те нижние, ну, как в природе, кто первый проскочил, конкуренция, тот и погнал, а те уже будут сидеть. Ну, осенью это исправимо, раскопать, рассортировать, рассадить или реализовать. Скорее всего, сразу реализовать. И все. Ну, какие-то они... Листья не ореховые, что-то непонятно. Я-то ожидал, что будет лист как у ореха, может, а тут какие-то как... Чтобы не видел, что это сам лично садил пеканы, то я бы и не подумал. Ну, листья как одинарные, как у вишни, как у черешни. Может, что-то потом дальше, ну, прояснится, когда уже позже. Ну, выясни у коллег, выясни. Но это 200%, что это пеканы. Так, пеканы, видите, лезут, продолжают лезть, еще вылазят и вылазят. 50 штук уже, где-то 51 штук насчитал. Вот с такой, с такого кружочка. Ну, какая их цена на осень? Я думаю, по 10 рублей.
вполне по-честному будет. И прикиньте, какая выход с полметра. Прошло еще 3 недели. И вот в итоге, видите, с площади 0,3 квадратного метра 53 растения пекана. Пожалуйста, это надо уметь, а не рядки занимать. Но здесь есть одна хитрость, один нюанс. Подумайте. Ну, и их надо подгонять друг к другу, как бы такая догонялка идет. Догонялка. Всего лишь навсего, которые более высокие, я общипываю листика. И маленьким, которые под низом, солнце достается. Иначе они заглушат. Это всего лишь такая хитрость, умность. Но я к этому пришел. И таким способом я выгоню 50 полноценных растений с 0,3 метра квадратного.